Всем привет! Как видно, обновился у меня дизайн мастерской. Но об этом я расскажу в конце ролика, покажу немного, как я все поменял. Но сейчас о другом. Пришел мне подарок от Владимира Евдокимова. Вот такой треугольничек. Как говорится, догадайтесь, что здесь. Не, ну конечно, так бы и чебурек поместился. Сейчас как раз время обеда, с удовольствием бы съел. Но надеюсь, не чебурек бы, он не доехал бы. Давайте посмотрим, что здесь. Вот это поворот. Не, зачем я это ляпнул? Ну, ни к чему было, конечно. Давно хотелось просто. Но, как мы видим, пришла мне точная линейка и точный угольник. Это обалденные вещи. Вот незаменимо в мастерской. Давно я таких хотел. Смотрим. Линеечка. Деление до полумиллиметра. Точность невероятная. Деление под сантиметры, полсантиметры, чтобы можно было чертить. Это все покажу. И такой угольничек. Спасибо, Володя. Обалденные подарочки. Видим, это его фирмочка. Мирок, название здесь и здесь. Это он делает точные угольники, линейки. То есть точность деления до полумиллиметра. То есть в многих работах такая точность просто необходима. И плюс сама точность самого угольника. Мы дальше сейчас остановимся на точности и дальше посмотрим, как оно в работе. Ну, вообще, вещи офигенные. Они займут свое почетное место на моем стенде. Давайте посмотрим, как они работают. В чем удобство данных линеек и уголка? Вот есть деталь у нас. Нам надо, например, отчертить любое расстояние, даже не сантиметр, пол сантиметра кратное, а хоть и миллиметром. Для этого вот средняя шкала. Но мы для удобства сейчас возьмем 3 сантиметра. Оп, есть. Теперь берем угольник. И возьмем даже красный карандаш. Так же самое, 3 сантиметра. Вот он, 3 сантиметра. Видим, точность невероятная. Что линейка, что угольник. Все пересечение идет по одной линии. То есть нету погрешности, чтобы даже какая-то мелкая, и то нету. Карандаш прошел четко. Может, конечно, какие-то нано, но кто же их мерить будет, вы мне скажите. Что можно еще интересного сделать? Берем 2 сантиметра. Оп. Теперь то же самое с другой стороны, чтобы не слетало упор. Оп. Так, теперь шилом берем троечку. Находим центр. Если мы его находим. Надеемся, что нашли. И где-то, я не знаю, сантиметром. Оп, 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 оп. И что у нас? Четкое закругление. Это дополнительная функция. Идет в подарок каждому угольнику. Хотя с угольниками я не пробовал, с линейкой это точно получится. С угольниками, думаю, нет. Там разметка чуть дальше идет от центра. Ну, правда, он для другого и предназначен. Так, ну теперь еще функция. 90 градусов. Притулили, провели. Оп, есть 90 градусов. Притулили, проведем рядом. Оп, видим, разбежности нету. Две линии параллельно. Ну а теперь возьмем
один из моих китайских угольников. И узнаем. Также рядом проведем. О, повезло. Видите, как карандаш сломался. Видота. Значит, возьмем серый. Не, синий возьмем. Надо же отделять. Леон, видим, вниз сходится на свалку. Берем следующий. Возле первого проведем. Здесь низ уходит сюда ближе, на свалку. Точность никакая. Так, проведем еще одну линию. Еще остался один угольник. Я вам скажу, найти, насколько удобнее работать. Вот эти уроды, они за своего угла, они у меня что-то постоянно заваливаются. Этот угол падает, не держит. Жесткости никакой. Так, возьмем еще старый. Не знаю, откуда этот у меня угольник взялся. Где-то давно какой-то фирмы, а фирма была уже стертая от времени. Ну, как ни странно, этот еще более-менее нормально показывает. Китай, но это явно не Китай, потому что и алюминий толстый был, то есть это еще остается нормальный. То Китай на стройку пойдет куда-то, ну куда, смысл от него. Оп, хоп, полумиллиметрики. Идем дальше. Оп. Заготовка, не шевелись. Сбиваешь весь эффект. Видим, какая точность до полумиллиметра. Позарисовывал все. Кстати, тоже можно закрашивать так. Красиво линиями. Ну что, подведем итог. Что линейка, что угольник. Точность обалденная. Все четко, все совпадает. Вот. Все миллиметрики, все сантиметрики. Все четко, углы идентичны. Я проверил. Как говорится, одобрено. В общем, обалденно. Таких как раз инструментов в мастерской не хватало. Что точного угольника, что линейки. Потому что, как вы видели, то китайское говно, что было, его только на свалку выкидывать. Ну куда таким пользоваться, если там углы постоянно неровные. Володя, еще раз спасибо, это нереально жирный подарок. Просто бомбезные уголок и линейка. Этими инструментами буду пользоваться. Они занимают свое почетное место на стенде, там, где и должны быть. Что я скажу? Приобретайте такие угольники, не пожалеете, если вам нужна точность. Если, конечно, вам так просто отрезать пилкой или электролобзиком, то вам подойдет и китайский. Но если хотите точный инструмент, то вы сами видели, насколько он хороший. Всем пока. Так, теперь немного про мою мастерскую. Вот тут у меня стендик, электроинструмент лежит, стрейч, там немного струбцинок висит. Это большой стенд разного инструмента и красок. Что у нас дальше? Там он сверху висит, мой пылеудалятор. Как его правильно назвать, кто его знает. В общем, старый савдеповский вентилятор, который работает в две стороны. И большой автомобильный фильтр. Вот, переключатель на включение, выключение, вдув-выдув. Ну вот. Первая скорость, вторая скорость и аналогично в другую сторону. Этот мой новый стенд. Временный, но думаю, он будет постоянным уже. Потому что кто его знает, когда руки дойдут поменять. Самый просто, из обычных пластиковых ящиков. Много места не занимает.
зато очень хорошо выполняет функцию. Здесь такой стендик, снизу он наждачки, круглые, 125-е, и баночки с винтиками, саморезиками, гвоздичками, всякой такой ерундой. Там сбор всякого хлама, еще надо разобрать, зеркало, тоже с подсветкой, тоже хороший вариант. Вот он, стендик моего и не уже хорошего инструмента. То есть инструмент, который делал, переделывал. Ключи эти в видео уже были. Вот этот инструмент был. Пилка, которую вы еще увидите. Уголки от Владимира Евдокимова, которые он мне прислал, точные. Молоточки. Два рубаночка. И ножик, который тоже на них видео было. На все это оставлю ссылку в описании. Вывеска, кстати, тоже на нее было в видео. Тоже оставим ссылку в описании. Вот это угол для съемки. Здесь это. Здесь сделал такую лампу. Она разворачивается на две стороны. Мой типа циклон. Пылесос и такая вот приспособа. Втягивает, работает. Ну, надо будет со временем поменять, потому что такой вариант такой себе, колхозный. Тоже такой себе сверлильный станочек типа из дрели. Так же само ящики. Тоже очень хорошо можно использовать как полочки. Самое интересное, что это делается все быстро и легко. Может быть, когда-нибудь со временем поменяю. Да, пока, в принципе, функцию выполняют всю. Меня это устраивает. Поверху расположил дерево. Там у меня дуб. Там фиг её знает что. Там аналогично не знаю что. Красное дерево. Орех. И мореный дуб. Ну, в принципе, вроде все понятно. Мастерская маленькая, как видно. Но уже порядки навели. Уже можно работать. Всем спасибо. Всем до свидания.